Нет, это не фотография, это видео. И, Мишка, ты не упади. Здесь огромное полотно. Вот видишь, люди катаются. Да. Прохладно все-таки на море. А там, по-моему, еще и ребенок с ним. Мы летом катались, я тебе скажу, прохладно, когда катаешься. Ну, на них спасательные пульсы, не жарко. У них не холодно. Взяли термос, но, к сожалению, крышка треснула термоса. Папа сейчас принесет другую крышку от другого термоса и выпьем чай. А стаканчики не подумали даже взять. Мама! А как это достать вот так? Дерево достать? Да. Ну ты тянись и достанешь. Купила, да. Вот так еще. Эмин, смотри, кто здесь клюет. Смотри, Эмин. Поехали, а мы нет. А потом мы поедем. Ты же с папой катался, Эмин. У меня есть, кстати, кому интересны видеоролики. Летом здесь очень много народу. Мальчик собирается, приезжают школьники, экскурсии сюда. Я хочу покататься на катамаране. А летом мы катались. Можно давай еще раз? Не, мы сейчас наверх. Вот туда, наверх в лес пойдем. Прохладно кататься, солнышко. Мы сейчас в лес пойдем. Ой-ой-ой, заворчал. Наливай. Вот такой вот стаканчик. Не подумали, да, взять с собой? Мама, я хочу такой чай. Так быстро собирались, мы даже и не думали, что мы куда-то сегодня поедем. На, мам, бери. Кипяток. Да, горячий, кипяток. Конечно. А мне сюда налей, ничего. А я выпью, я успею выпить. Имин, ты хочешь чай? Нет, немножко. Руки, не обожгусь. Ничего. Вот держу, да, нормально. Потекло, да? Да не надо. Нет, не получится. Не надо. Мама, я деда люблю. Да? Да. Ну, я же люблю деду. Конечно, мы тут пора... А вон деда, смотри, рыбку хочет половить немножко. Зачем? Это бывает такое на сесере, реально. Нет, я это... Нет, эту хочу. Все здесь вкуснее, а? Скажи, на воздухе. И чай, и все. Вот такая удочка большая. Рыбу не испугайте. Здесь, конечно, глаз много. Как красиво, папа, ты посмотри. Удочка. Это листва, озеро. Какая картина. Вот для меня самый лучший отдых это такой. Семья на природе, дети рядом, родители рядом. Самый лучший отдых. Сделали, не было этого. Да, ступенек, да. Папа остался с Мишкой, а мы хотим подняться вот туда наверх. Дорожка такая золотая. Да. Мама, давай ты меня с букетиком сфоткаешь. Давай. Поманишь. Давай наверх становись. Мама тебя сфотографирует. Вот такая вот дорожка. Все выше и выше поднимаемся. По ковру из листьев. Тепло? Да, очень тепло, да? Листопад. Листья желтые кружатся. Здесь очень красиво. Да, мама, можешь снять эту дорожку? Да, сейчас сниму. Ну все, почти поднялись. Ну крутая.
Особенно там. Но если медленно подниматься, нормально. Потихоньку, не спеша. Мама, скажи всем привет. Омо! Тут другая часть озера, посмотрите. Здесь мы никогда не были. Да, посмотри. Ух ты! Другая часть озера. Ой, а там лес, смотрите. Там настоящий лес. Уже все. Ой, какая красота. А, смотри, птички поют. Осторожно, листики. Здесь. Алька. А вот, по-моему, изгиль, шишки, да? То, что Рашат искал, только это дикий. Да, они мелкие, да. Совсем. Да нет, даже в кубе. Подожди, а они зато поспели, они мягкие. Вот мелкие, смотри, какие изгиль. Ну как? Мама, какой вкусный. Они поспели. А ой, вот, да, нашли шишки. Смотри, что ты у них просто. Вкусно, я же тебе говорю. Да, товарищ, мы зашли в лес. Мы замерли, услышали стук дятла. Мы в лес идем, солнышко. Озеро большое. Угу. Мам, смотри на дерево. Я клевер нашла вот. Мам, а можешь ты меня сфоткать? Я сфоткала уже. Это электричество, они здесь... включают, видишь, да, они висят. Фонарики. Они да, включают. Цвет какой у листочков. Чувствуете, как-то капелька сладкая. Да. Да, клевер сладкий. Мам, я клевер ем. Ну что? Жарко, жарко, да. Ветра же здесь нету. Здесь вообще ветра. Ветров не бывает. Это не Баку. Тепло. Я уже рыбку наловил. Давай нас сфоткай, Салька. Имин с нами не пошел гулять. Мы пошли сами. А это лодка. А мы думаем, что это гудит так? Лодка моторная. Подготовленная снасть. А я думала, поймал уже. Аля говорит, дед там ведро наловил. На той стороне, где на нас сидит, там, где нет, они фотографируются вон. Фотографируются хоть. А мы поднялись. Там так, там спуск к озеру есть. Наверху. Прям к озеру. О, поймал? Ах, коряга, эх. А я обрадовалась, думала, все, рыба готова у нас. У нас рыба тебе пропал. Ловись, рыбка большая.
маленькая. Так, уже 3 часа, ребята. Аль, ты куда пошла? Эмин, вы осторожно там. Там, правда, мелко, но все равно. Там тепло наверху. Там именно жарко наверху. Пока шли. Ну, шли, конечно. Да. Это не от того, что там это. Здесь дует, а там тепло, да. О, клюет, папа. Смотри, клюет. Папа, здесь смотри, там. Смотри, поплавок. Он туда-сюда. Потом сверху бетоном залить, будет площадка. Рестораны не там строят. Наверное, да. Как тепло, как хорошо. Вот свой прудик, там рыбку разбил и залил. Да, красота. Лепота. А мы не фотографируемся. Мы просто идем смотреть. Да, конечно, горный воздух свежим. Смотри, как осталось. Ну и где попугай? Хотели снять попугая, но его нету. К сожалению. А здесь вот моторная лодка, видите? Лодочка. Эмин, иди спроси дядю, а где попугай? Иди. Да нету, наверное, дома. Да, здесь сок из гранатов делают. Зачем? Как я вам дома делаю? Можно? Ой, ему качели, смотрите. Смотрите, качели, дети. Мам, смотри, я опять клевер нашла. Вот. Ага. Вадик понес сумки. Все. Все, мы так хорошо отдохнули сегодня, провели день на природе. Едем домой. Какой ослик, а? Красавец, красавец. Добрый ослик. Хороший, его надо хлебушек. Остановились яблочки купить. Нет, да? У нас есть кулек. Есть, есть, да. А, есть кулек. Ой, какие яблоки хорошие. Боже, как они пахнут. Здесь. 70 копеек стоят яблочки. Это одинаковый, да?